Друзья, всем привет! Меня зовут Елена, и добро пожаловать на мой канал. Как вы знаете, я давно мечтаю поменять свою мини-печь. Наконец-то это свершилось. Я приобрела печь Китфорд, и сейчас мы с вами ее распакуем. И не переключайтесь, мы еще будем с вами готовить вместе. Хочу показать вам, собственно, мою печку. Вот так она выглядит. Она стоит у меня на морозильнике. Вот такая она красивая. Там у нее сверху две конфорки, но конфорками я пока не пользуюсь. Они тоже работают. Очень, кстати, быстро нагреваются и так сильно греют. Вот, я уже, в принципе, активно пользуюсь, то есть я должна была попробовать эту печку, прежде чем вместе с вами что-то в ней вкусненькое готовить. У нее пластиковая ручка, здесь отделка металлическая. Единственное, в инструкции написано, что ручка не нагревается, а ручка очень сильно нагревается во время готовки. Закаленное стекло, но при этом оно тоже нагревается. Вот так она внутри выглядит, там нижний тен, верхний тен, свет даже включается. В общем, все как в обычных печках. Поддон я сейчас вытащила. Здесь еще вставляется, вот есть разъемы, вставляется вертел, можно делать курицу. Вот, в общем-то, все супер-пупер. Здесь тоже, в принципе, все ясно и понятно. То есть это... Сейчас я вас немножко... регулятор температуры, регулятор режима, то есть здесь можно, например, вот эти три режима, это конфорки, здесь есть разморозка, есть гриль, есть нижний подогрев и верхний и нижний с конвекцией. Это время, можно выставить, ну, определенное время, а можно переключить на как бы безвременный режим, то есть печка будет греть постоянно. Вот. И вот этот регулятор, это для конфорок сверху. Ну вот, а теперь мы с вами приготовим кое-что вкусненькое вместе, так что не переключайтесь, оставайтесь со мной, будет интересно. Итак, друзья, давайте начнем. Нам понадобится две формы, три яйца, кабачок, помидор, кабачок небольшой, немножко брокколи, натертый сыр, соль, перец.
Кабачок и брокколи я предварительно ошпарила кипятком. Теперь нам нужно измельчить брокколи и измельчить кабачок. Помидор нам нужно нарезать в произвольном порядке. Если вы используете помидоры черри, то просто разрежьте их на 4 части. Наши 3 яйца. Добавляем сюда щепотку соли. Добавляем перец. Взбиваем. Можно также сюда внутрь яичной смеси добавить щепотку сыра, чтобы консистенция лучше связалась. Небольшое количество, потому что сыр нам понадобится для украшения. Перемешиваем. И заливаем нашу смесь. Затем перемешиваем и раскладываем по формочкам. Формочки у меня вот такие милые, керамические, из фикс прайс. Я давно такие мечтала приобрести, и они все стоят у меня без дела. Так что давайте ими воспользуемся. Распределяем примерно пополам. Чтобы в каждой мисочке были все.
все ингредиенты. И зелененькие, и красненькие. А теперь нам осталось только посыпать сыром и убрать в духовку. Сыр, кстати, вы можете использовать соленый, тогда яичную смесь солить не нужно. Мы отправляем наши смеси в духовку. Можно в холодную, можно в нагретую. Это не имеет смысла, поскольку она нагревается очень быстро. Ставим примерно посередине. Закрываем. Я выбрала режим конвекция. Ставлю где-то 200, около 200 градусов. И включаю минут на 20. Вот так. Включился свет. И увидимся с вами, когда будет готово. Ну вот, друзья, такой прекрасный обед у меня получился. Легкий, свежий и пикантный, благодаря сыру. Обязательно попробуйте. Один я уже попробовала, очень вкусно. Этот оставлю на ужин. Можно будет просто чуть-чуть подогреть его в печке минут 5. И приятного аппетита!